Нормальное атмосферное давление можно рассчитать по формуле для вычисления давления столба жидкости высотой H. P равно произведению плотности ртути на ускорение свободного падения и на высоту столба ртути. Атмосферное давление часто выражают не в паскалях, а в миллиметрах ртутного столба. 1 миллиметр ртутного столба давление, которое оказывает столб ртути высотой 1 мм. Таким образом, 1 мм ртутного столба равен 133,3 паскалей, а нормальное атмосферное давление равно 760 мм ртутного столба или 101 300 паскалей.